Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Небесное послание на 18 августа. Новые шансы. Сегодня ангелы вам говорят, что вам судьба предоставит шансы, которые позволят решить самые важные вопросы в вашей жизни. Вы, наконец, сможете избавиться от тех проблем, которые вас беспокоили долгий период времени. Сама ситуация будет складываться таким образом, что все ваши дела будут идти только вам во благо. Проблемы, трудности – все это остается в прошлом. Сейчас вы можете рассчитывать на поддержку ангелов и добьетесь больших успехов. Совет. Не отказывайтесь от помощи, которую ангелы вам дают. Они вам направляют солнечный поток и говорят вам, что вы обладаете уникальной силой, с помощью которой вы сможете наконец вырваться вперед, оставив всех своих врагов позади. И в течение всего дня повторяйте такие слова. «Дороги себе открываю и все препятствия с пути убираю». Вот эти слова повторяйте 7 раз. И вы сможете обойти и все препятствия, и достичь своих целей.